Всем привет! Начинаем очередное путешествие по северному нашему соседу Финляндии, город Хельсинки. Вот в городе Хельсинки стоит памятник Александру II. Это любимый финский император. Памятник установлен перед кафедральным собором Хельсинки на Сенатской площади. Является главной ее доминантой. Создан Вальтером Руйненбергом Йохансом Такинаном. Открыт в 1894 году в память о восстановлении императором Александром II финского парламентаризма. Император изображен в форме финского гвардейского офицера. У подножья пьедестала разместились фигуры, которые олицетворяют закон, мир, просвещение и труд. Ну, в чем там, грубо говоря, дело? Почему в Финляндии наш император Александр II? Вопрос стоит в веках и в годах, как говорится. Вопрос в том, что в 1808-1809 году была русско-шведская война, которая завершилась победой русских войск и потерей шведами Финляндии. Фельдмаршал Сандерс пришел с перемирием, и Аландские острова вместе с Финляндией перешли во владение России. Порва русская Финляндия, вот так она называлась. Александр объявил себя императором и самодержцем всероссийским великим князем финляндским. Человек был умный и поэтому поклялся, что сохранит финскую конституцию. Особо каких-то глобальных изменений в Финляндии не делал. Сделал для княжества очень много. Что много? Ну вот, во всяком случае, первое сообщение. Железная дорога в 1870 году соединила Хельсинки с Выборгом и Петербургом. До сих пор она действует. Я часто, в общем, по ней езжу. Вернул в обращение национальную валюту, финскую марку. Приравнял в правах шведский и финский язык. Это было очень давнее противостояние между финнами и шведами. Ввел обязательное школьное обучение. В общем, очень много сделал, не нарушая конституцию Финляндии. И поэтому действительно финны его любят. И вот поставили этот памятник. Между прочим, деньги собирали среди народа. Ну вот, я вам что-то так немножко сумбурно рассказал. Будете в Хельсинки, обязательно, ну не пройдете мимо, обязательно будете на этой площади, обязательно увидите прекрасный памятник. Я думаю, что вам понравится, он действительно красивый. Пройдитесь вокруг, зайдите в кафедральный собор, вам понравится. Ну, потому что там красиво и хорошо. Я люблю Хельсинки. Ну все, всем пока, всем привет, до свидания.